Всем привет, мы на 66-м уроке по Amazon. На этом уроке я вам расскажу про сервис, который называется Simple AD. Это сервис, который позволяет вам создать простейший Windows Domain Controller. В принципе, он не так, чтобы совсем и простейший, но просто он очень легко создается, очень быстро. И все серверы Windows, которые вы будете, допустим, запускать, вы автоматически можете их привязать сразу к вашему Domain Controller. AWS предоставляет несколько сервисов, которые занимаются директори, как бы это называется директори сервис, то есть который вы можете использовать для создания domain контроллеров. Первый из них, который мы будем учить, это Simple AD. Есть еще также другие. Managed Microsoft AD для более огромных систем, как бы огромных там корпоративных domain контроллеров. Есть также ID-контроллер, это для чтобы приконектить ваш домейнный контроллер, который на on-premises, как бы, ну, в вашем дата-центре на AWS. И также есть еще несколько, это Amazon Cognito и Cloud Directory. Разницу между ними, какой вам нужно использовать, есть вот по этому линку, можете почитать. На этом уроке мы будем использовать Simple AD. Итак, Simple AD. Используйте этот сервис, если вам нужно самое простое и самое дешевое решение Active Directory в вашей системе. Также, если вам нужна просто LDAP аутентикация для ваших аппликаций, можно использовать Simple AD. Он поддерживает полностью Samba 4 протокол и также поддерживает Linux сервера, которым нужна аутентикация, которые должны принадлежать Domain Controller. Существует два размера Simple AD. Это Simple AD Small, примерно на 500 юзеров, и Simple AD Large, примерно на 5000 юзеров. И когда вы создаете Simple AD, вам автоматически создается два сервера. То есть это сразу, как вы понимаете, вы делаете сами Domain Controller, вы запускаете Windows сервер, устанавливаете на него, этот, как его, делаете его promotely, как его, active, это в Domain Controller. И для fully, highly available, чтобы как бы сделать систему более стабильной, вы создаете еще один domain controller и соединяете их как в один domain. И у вас как бы есть два. Если один завалился, всегда есть второй, который делает аутентикацию. Здесь автоматически создается, в принципе, два сервера, которые вы не видите в EC2, вы не увидите их. Но создается два. Я вам потом покажу, как увидеть эти два сервера. То есть, как бы, менеджмент самого инстанса, самого сервера физически, как бы, на стороне AWS. Вы занимаетесь только созданием групп, созданием юзеров, вот и все. И вы не, вас не заботит, как бы, что там происходит на заднем фоне с самым сервером. Вы не занимаетесь менеджментом самого сервера. Вот есть документация небольшая, Simple Active Directory, небольшая информация про это дело. В общем, на этом уроке я вам покажу, как создать этот Simple AD, как его использовать, как запустить серверы с этим, которые будут сразу в Domain Controller. Ну все, поехали. И мы на нашей AWS консоль. Давайте напишем сервис. Если мы напишем Simple AD, видите, он ничего не найдет. Почему? Потому что сервис, в принципе, называется... Ну, они объединили все сервисы под одним большим именем. Называется Directory Service. То есть, это, в принципе, раньше это было отдельно, а сейчас они объединили все эти сервисы. Вот и все. Вот так. Вот смотрите, кстати. Нажимаем здесь, в общем, Setup Directory. И он нам дает выбор, видите, 4 вида. Если мы пойдем, допустим, на другой регион, допустим, на Охайо, здесь, видите, всего лишь 3. Давай проверим, допустим, в Калифорнии, что там. Здесь вообще 2. Видите, короче, не все сервисы доступны везде. Вот так. Мы будем делать North Virginia, где... В North Virginia, кстати, практически все доступно прежде всего здесь. В общем, Simple AD здесь доступен, мы его будем использовать. И видите, он здесь пишет... Что он не суппорт, не суппорт Chime, RDS, SQL, аутентикацию, Single Sign-On, и, блин, всякую... Да, видите, Active Directory, Administrative Center не поддерживается, но я вам покажу, короче, мы его запустим, увидите, что будет. PowerShell AD не поддерживает, и, в общем, всякое такое. Ладно, короче, мы выбираем Simple AD, Next. Вот, как я вам говорил, есть два вида, есть Small и есть Large, и он даже сразу вам пишет цену. Small будет стоить 36 баксов в месяц, Large будет стоить 108 баксов в месяц. И как бы немало, в принципе, да, немало. Ну, подумайте, что это два EC2 инстанса, в принципе, минимум бежит. Размеры их вы не определяете, будет определяться автоматически снаряд нагрузки. В общем, в принципе, клево. Все, поэтому, поехали. Как бы, domain name, ну, как бы, DNS name его. Давайте сделаем, как бы, коротенький domain нам нужен, поэтому сделаем его, допустим... My domain controller.
.advit.net. Ну, типа того. Типа того. My domain просто. Короче, в общем. DC. И это не надо, NetBIOS для... Короче, это вообще не надо, это опционально. В общем, это как вам? И username администратор. Администратор этого domain контроллера. Это, в принципе, первый юзер, которого этот сервис создаст в нашем domain контроллере. И его username администратор и пароль, давайте придумаем. Такой. Повторим. Простенький. И здесь нужно describe my main active directory. Допустим, вот так вот. Главное active directory. Все, выбрали его размер. Имя domain контроллеру, как бы, ну, DNS name его. И username не надо определять. Единственный юзер это администратор, просто ему пароль. Next. Где расположить, в какой VPC, в каких subnet расположить этот domain контроллер. Ну, выбираем domain, как его. Выбираем VPC, у меня только одна. И subnet. Обязательно выбираем две и выбираем две разные. Очень важно, да. Вот, допустим, выберем, давайте, A, где там A. И выберем не A, а выберем, ну, B. То есть, в каких двух подсетях будет располагаться наш domain контроллер. Так как он создаст два EC2, можно, ну, это не EC2, ну, в общем, два сервера физических, они будут лежать, для того, чтобы было highly available, нужно их обязательно запустить в двух разных, этих, как его, availability zone. Next и create directory. Все, он создает directory, как вы видите. Давайте подождем, когда он закончит. Статус будет active или available, не помню. И продолжим. Active, давайте посмотрим, что у нас есть внутри. Нажимаем. Здесь данные ваши, мы domain controller такие простенькие, в общем. Application management, это... Вы можете привязать ваши application, как бы, чтобы эти application могли пользоваться юзерами, которые вы создадите в этом, как в вашем Active Directory. Ну, пока у меня все disabled, в общем, ничего и не будем enable делать. Management console, бла-бла-бла, короче, всякое такое. Вот что еще интересное, maintenance есть. Maintenance, где вы можете настроить или бэкапы, допустим, включить бэкап сейчас там сделать. И бэкап это как в domain контроллера, что очень, конечно, полезно делать. Ну, происходит автоматически также. И можно настроить SNS notification. То есть, если там какое-то что-то происходит с вашим domain контроллером, чтобы вы получали notification. SMS там или это как его, или email. В общем, здесь просто SNS топик настраиваетесь, куда посылать. Вот и все. Такие дела. Что еще? Вернемся сюда, смотрите. Нажмем на это дело. Action. Какие action вообще? Что мы можем делать? Как вы видите, не так много. Можно сделать reset user password или вообще это все нафиг стереть. Reset user password, смотрите. Мы создали при создании этого domain контроллера, вообще этого Simple ID, создается автоматический user под именем администратором, дали ему password. Что значит reset user password? Мы можем делать reset password любому юзеру, абсолютно любому юзеру, но единственное, что этого юзера вы должны знать его имя. Создавать юзеров я вам покажу. Это делается не отсюда, а изнутри, можно сказать. Ну, reset password можно делать отсюда. То есть главное знать, как его зовут. Там, допустим, у нас, не знаю, Вася, да, мы сделаем username. И делаем ему новый password. И reset нажимаем. То есть главное дать как бы правильное имя. Видите, doesn't exist. Он такого юзера в domain controller не нашел. Ну, правильно, мы такой же не создавали. У нас единственный юзер, который есть, это его зовут администратор. Вот и все. В общем, смотрите, теперь у нас есть domain controller. Отлично. Важная вещь. И прежде чем мы будем запускать EC2 инстансы и привязывать их к domain controller, это сделать IAM роль. IAM роль, то есть, которая даст разрешение серверу привязать себя к domain controller. Эта IAM роль создается, в принципе, даже если вы не создали ее заранее, можно ее создать будет потом. Я вам сейчас покажу, какая IAM роль. Нужно создать IAM роль, назовите ее как хотите. Я ее называл EC2 do domain controller. И как его? Этот permission, который нужно привязать, это Amazon EC2 role for SSM. Сейчас, когда при создании, вы увидите, в общем. Короче, поехали. Идем в EC2 и создадим пару серверов. Run instance, ничего не бежит. Launch instance.
И давайте пойдем на... Давайте создадим... Ой, появился уже 2019 сервер. Давайте один 2019, а другой 2000, я не знаю, 14 его запустим. Может, побольшое его взять даже. Вот. Где запускать? Конечно же, ваш сервер должен бежать в той же VPC, где и Domain Controller. У меня все дефолт, так что все ништяк. Join Domain, видите? Join Domain Directory. Просто вы, вот, вы нажимаете, он выдает вам все, которые available сейчас. И вот он мне дает мой. Просто выбираем его. И вот, очень важная штука. For Domain Join, чтобы получилось присоединиться к домену, AEM роль должна иметь Amazon EC2 роль for SSMM policy добавленная. Вот, то есть эту policy добавьте к вашей AEM роли, если у вас, допустим, несколько роли, несколько этих, как его, policy, там, допустим, должен у вас access к S3 баке там быть, просто вашу роль, потому что роль только одна может быть, к EC2 instance, добавьте просто вот этот policy, который я вам показал. В общем, у меня эта policy вот в этом, в этой роли. И все, в принципе, больше ничего здесь делать не надо. Add storage 30 минимум, нормально. Name. Windows Server 2019. Security Group. Ну-ка, есть у меня какая-нибудь Security Group с этим дело. О, у меня есть Security Group с 3389, отлично. Lounge, Lounge, Virginia, Lounge. Сейчас создается сервер EC2, и он автоматически добавится в это, как его, в Domain Controller. Кстати, вот здесь Domain Controller не видно, вообще нигде не видно. Не показывает вообще ни хрена. В общем, давайте создадим еще один Windows 2000, какой-то другой. Давайте какой-нибудь. Давайте старый Windows 2008 запустим. Блин, где он, елки-палки. Искать долго. Сейчас мы сделаем так. Windows. Вот теперь все одни Windows. 2019 везде, везде, везде. О, Windows 2008 старенький. Давайте его запустим тоже. Сделаем его small. Directory этот, и приоттачиваем роль, которая позволит серверу зарегистрироваться в Join Domain. Next, next, назовем его Windows Server 2008. Угу. Security Group, то же самое выберем. Вот эту. Launch, launch, launch. Все, подождем, пока сейчас наши серверы поднимутся, и, в принципе, можем на них сделать уже будем логин. Или, смотрите, у нас, в принципе, два юзера и существует на эти сервера. Юзер локальный администратор, то есть, помните, вот это, как его, сейчас вот сюда, допустим, вот connect, get password, это локальный администратор. И также у нас, так как это эти сервера в domain контроллере, можем сделать, и мы что мы сделаем? Мы сделаем логин с юзером администратора, который из домена. Domain администратор. Ну что, давайте попробуем сделать логин. Можно использовать любой RDP коннектор, как говорится. Я буду использовать стандартный самый. Давайте приконектимся к 2008. Скопируем его IP. Connect. Вот. Коннектимся к Domain Controller. My Domain Controller slash администратор. Это username. И password, который мы при создании делали. Бла-бла-бла. Вот видите, полное название компьютера Win, бла-бла-бла, my DC. Короче, длинное такое. Можно не спрашивать больше. Во. Заходим на Windows 2008 под username, который domain, domain admin. Сейчас вам покажу это все дело. И создадим пару, кстати, юзеров. Делаем лог. Видите, кто я, под каким, как я зашел сюда. Вот такие дела. Чик. Окей, теперь смотрите, в принципе, можно, все работает, все отлично. Давайте, хотите, зайдем даже на этот еще, на 2019, под тем же юзернейм. Не-не-не-не-не, стоп. Вот мой домен второй, в смысле сервер второй. Можно больше не спрашивать, и зайдем под тем же юзером. My domain controller
Регистратор. Хотя большая буква не важно. Вот его полное название. Логин. Вот, это Windows 2019. Мы заходим, используя тот же юзернейм и тот же, это как его, и паспорт. Так как они все в одном домене, все круто. Итак, мы на Windows 2019. Итак, как же мы создаем юзеров? В принципе, нам нужно просто инсталлировать и Active Directory Users and Computers User Interface. Можете это инсталлировать даже на вашем лэптопе. Можно даже на лэптопе, даже если у вас это не сервер. Ну, у меня, допустим, на лэптопе Windows 10 и Home Edition. Для этого нужен Windows 10 Professional Edition. Поэтому я в пролете. Поэтому мы установим просто этот User Interface на одном из наших серверов. То есть, ну, давайте на этом, например. Для этого идем Manage Servers, Roles, и я вам покажу, как это на Windows 2008 и на Windows 2019, немножко по-другому как бы. Add Roles, Next, и нам нужно инсталлировать вот это дело, Directory Domain Services, Next, Next, Install. Начинает инсталлировать, и после этого у нас появится Users and Computers. Все готово. Окей. Это можно нафиг закрыть. Идем сюда. Administrative. О, видите, у нас появилась здесь целая куча всего интересного. Вот что нам нужно. Active Directory, Users and Computers. Это User Interface, с помощью которого создаются юзеры. Вот. Извините, если сильно маленькая, конечно. Что поделать. Вот наш domain. Вот наши юзеры. Вот наши компьютеры. Видите, у меня два компьютера, кстати. Причем два компьютера, потому что это наши два вот эти domain-контроллера. Вот они, domain-контроллер, то есть два компьютера, в принципе, создалось. Вот такие дела. И юзер, у нас есть только один юзер, которого зовут, в принципе, вот он, администратор. Вот такие дела. Можно создать теперь здесь нескольких юзеров и все. Давайте я покажу вам, как инсталлировать этот UI на Windows 2015 также. И вы увидите, я создам там юзер, он здесь появится тоже. Сюда. Сервер менеджер. Идем manage, идем add roles and features. Next, next, next. Здесь добавляем вот этот Active Directory, тоже так же, в принципе, называется Directory Domain Services. Next, 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 install. Все, инсталляция завершена. Видите, нужно типа рестарт сделать. Но мы, допустим, не хотим рестарт делать. Ведь проверим, если это теперь дело здесь. Active Directory. Users and Computers. О, нашел. Запускаем. И, в принципе, мы тот же самый UI, старый, знакомый. Вот наши домены. Вот наши юзеры. Давайте сделаем одного юзера здесь. Right-click. New User. Давайте сделаем юзера. Что там last name? First name будет Петя. Петя. Next. И пароль ему. Не надо его менять. Пароль ему сфигачили. Next. Finish. Вот Петя появился, видите? Давайте перейдем на Windows 2008. Стоп, на ком я сейчас? Чтобы не запутаться. На Windows 2009. Пойдемте на Windows 2008. Вот я на Windows 2008, давайте просто здесь нажмем Refresh, где-то кого-то, по-моему. Ой, теперь Петя появился.
Right click, new, user, Вася. Username Вася. Next, пароль ему. Тоже не надо менять. Next, finish. Вот и Вася появился уже, видите, хорошо. Пойдемте на Windows 2019, refresh, кнопочка то же самое. Опа, Вася появился. Чудно, вот так вот Domain Control работает. Хотите, можно сейчас попробовать залогиниться в Васе и Пете. Но для этого в Windows разных версиях есть это как его доступ. Можно ли логиниться с далека, remote login, или не можно ли логиниться с далека? Поэтому давайте мы пойдем на Windows вот этот. Так как у нас, допустим, все эти юзеры принадлежат группе Domain Users, для этого мы сейчас сделаем сервер менеджер. Дадим доступ, логин с как его ремонт делать. Это делается здесь. Сейчас local. Remote desktop. Вот. Нажимаем здесь enable. Он enable, но здесь вот. Log communication only from computers running Windows Domain Controller. Вот. Select users. Кто может логиниться? Видите, никто пока что. Только администратор have access. Поэтому давайте напишем здесь domain users. Блин. То есть, как бы все юзеры, которые принадлежат группе domain users, типа имеют доступ. Блин, окей. Окей. Это как могут логиниться на этот сервер. И, ну, в принципе, все. Можно делать отсюда логов и попробовать залогиниться на 2019 Windows Васей или Петей. Делаем отсюда. И sign out. Все. Теперь давайте. Где там? Какой там 50? Делаем не администратором, а другим. У нас будет MyDC. Давайте Петя. Вот Петя заходит на сервер. Все чудненько. Короче, логов от Седова. Теперь на Windows 2008 то же самое примерно сделаем. Это где-то здесь. Сейчас я найду. Remote Desktop. По-моему, вот это. Select Users. Давайте сюда добавим Domain. Domain Users. И все, в принципе, да, все готово. Теперь на этот сервер тоже и Вася, и Петя, все Domain User смогут делать логин. Давайте проверим. Сразу два юзера пусть сюда зайдут. Давайте сейчас забацаем так. Администратор нужен, нам нужен Вася, допустим. Коннектим Васю. Вот Вася залогинился. Так, теперь залогинимся еще вдобавок, еще и Петей. Поменяем только юзернейм. Это урок еще по domain контроллером такой. Там тоже сервер зашел еще и. Кто там прям уже? Петя, Вася, уже забыл. Вот они, видите. Два юзера. Тута.
Это откуда они завалили, но они оба в domain controller. Что если мы делаем lock, мы видим, что это domain controller юзеры. Вот такие дела. В общем, так все это работает. Все, всем пока.